А я снимаю. Простите, не могу появиться на экране. Но, в принципе, если очень постараться, то можно. Вот он я. Нихаон. Пошли дальше. Привет! И ковер, вот посмотрите, какой старый ковер вообще. Это новый. Да ну. Да ну, ему он, по нему нельзя ходить, потому что он стлел уже. Я твой поводырь. Да, мы все идем и не знаем, когда же мы придем. Это просто беспрецедентно по масштабам. Вот там, посмотри, впереди прикольный храмик такой. Угу. На горе который? Да, вот туда подходит. Ага. Нормально? Нормально, конечно, что-то парень. Это, короче, какая-то очень супер старая тарелка. Тут, короче, музей, в котором нельзя со вспышкой. Но мы вот здесь вот пытаемся снять видео. Такая вот штука тут интересная. Там дальше вот проход. Внимание. Спустя 3 часа пути мы... Спустя... Да, осторожно, порог. Спустя 150 километров мы, по-моему, пришли куда-то в самое здравое место. О. Я мечтала побывать в этом городе. О. В этом городе. О, Екумон. Деревья, смотрите, какие. Красота. Мы пришли на вершину мира. Ты снимаешь? Да, обзор Пекина с высоты двойного птичьего полета. Там с другой стороны вообще ништяк. Угу. Там посередине становишься. Саша, дойди чуть-чуть. Оператор. Я вон там вот так вот захвачу. А ты же видео снимаешь. Видео. Ну и ладно. В общем, мне ничего нельзя перед маме передать. Прекрасный вид. Я хочу передать привет маме. Тут вот вниз. Мы оттуда почти поднялись, да. Вон какая-то улица, смотрите. Тут еще храмик. Ага. Храм на храме и храм. Главное, наверное, ворота какие-нибудь. Ну круто, конечно. Очень. А это, господа, с высоты птичьего полета храм императора Пекинский. Вот там вот выход. Выход из него. Оттуда мы вышли. И вот он весь.